На аэродром в селе Ойхангаласского района приземлился американский самолет, выполнявший перелет по легендарной воздушной трассе Аляска-Сибирь. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Аляска-Сибирь, сокращенно АЛСИБ, так называлась в годы Великой Отечественной войны воздушная трасса между Аляской и СССР, по которой перегонялись американские боевые самолеты, поставляемые из США в нашу страну по договору Ленд-Лиза. В честь 75-летия с момента ее создания было решено повторить исторический перелет по авиамаршруту США-Хабаровск-Хангаласский Улус. Руководил полетом пилот-инструктор малой авиации, преподаватель Дальневосточного университета путей сообщения Константин Рудой. Перелетели мы сюда на самолете Cessna 172. Это такой маленький самолет, четырехместный. Вот. Ну, в общей сложности, наверное, весь путь занял полтора дня. У нас было несколько остановок. В Благовещенске была ночевка, дозаправка. Потом остановку сделали в Тынде. Еще одна остановка была в Томоте. И уже потом мы приземлились здесь. Вместе с Константином в перелете принял участие и Дуэйн Кинг из штата Аляска. Он является ветераном авиации США и изучает историю авиатрассы АЛСИБ. Это его четвертое посещение Якутии, на этот раз по приглашению местного отделения ДОСААФ, с которым он тесно сотрудничает. So yesterday when I was flying around вчера, когда мы над Покровском летали здесь, над городом, it was a beautiful day. Это был очень красивый день. The air was smooth. Воздух был спокойный. It was очень чистый. Very clear. Да, прозрачный. Далеко видно, видно было, далеко очень. I said to him, я ему сказал, isn't it great to be a pilot? Как это здорово быть пилотом. Как это классно. Эти слова Дуэйн Кинг произнес во время круглого стола, состоявшегося в городе Покровске, на котором присутствовали представители военного комиссариата республики, ДОСААФ и военно-патриотических клубов. Также была озвучена дальнейшая судьба новоприбывшего самолета. Самолет передан частному лицу. Он будет летать как любитель, как спортсмен-любитель. И мы хотим, чтобы частные самолеты развивались, частные пилоты появились. После круглого стола собравшиеся вместе с гостями из США и Хабаровского края возложили венок к памятнику Курганславы в городе Покровске. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Саха, Хангаласский Улус.